Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Outlast. А остановились мы на том, что один псих воткнул мне шприц в грудь. И я вырубился. Давайте посмотрим, что будет дальше. Как болит башка. Ого. Какая тишина. Где это я? Офигеть, везде кресты. Жутко. Это похоже на комнату для психов, обитую мягкой тканью. Похоже, так и есть. Ух, жуть. RIP. Rest in peace. Помните, заметки добавляются в блокнот, только если ваша камера поднята и фиксирует происходящее. Я так и подумал. Чтобы спрятаться, нажмите X. Фу, какой гадкий матрас. Я здесь спал? Меня тут нет. Я читаю записки. Камера отца Мартина. Что за отец Мартин, интересно? Священник? Отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Значит, тухарю зовут Мартин? Думает, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Вернике. Вот только он умер лет 10 назад. Охренеть. «Покойся с миром», — гласит кровавая надпись на стене. Что-то я совсем запутался. Доктор умер? А тогда это кто? Что за отец? Блин, я забыл, как его зовут. Мартин? Да, Мартин. Твою мать. Козёл. Кто там? Отец Мартин это... О. Это тот, который... Харя. Назад, отойди, отвали от меня, нахрен. Ну, чё ты зыришь, нефиг на меня пялиться. Это не придурок. Они у меня в крови рвутся наружу, я чувствую. Блин, да тут походу все обколотые. Не спать, место, покоя, оставьте меня в покое. Интересно, они не нападут на меня? Блин, ты посмотри, он башкой просто бьется. Что с вами со всеми, ребята? Охренеть. Слишком много голосов, они следят за мной, никакого сна. А можно тебя заснять? Нет, больше нечего снять. Так. Никто не кинется отсюда. Так, это ты уже говорил. Это охранник. Фу, а там кто? А он голый. Ну и хрен с ним. Куда этот придурок меня притащил, я не понял. Отец Мартин. Воу. Ах ты тварь, а. Дай пять. Ну-ка. Тихо там. О, ну и рожа у тебя. Ну и рожа. Тихо. А ты достанешь до меня? Привет, меня зовут Дэнни. Подписывайся на мой канал. Да ну, чур тебя. Кто там? Ой. А ты меня не укусишь? Охренеть, тут бойня была. Сказал, что не тронет тебя. Он так сказал. Но когда котенка нет рядом... Не, иди в жопу. Кто это? Это они мне. Наверное, один из людей Мартина, возможно. Хочет нервничать? Я бы его грохнул. Я бы тоже. О, что за придур... Они в натуре голые. Охренеть. Это идея. Они похожи на этого. Глатфалакас. Ладно, если серьезно, они какие-то... Чересчур стрёмные. Братья, что ли? Хотят меня схавать. Чё-то не хочу я спускаться вниз. Нахрена он сюда меня припёр, этот Мартин? Угу. Кучу призраков. Так. Кажется, я нашел безопасное место на всякий случай.
Здесь больше ничего нету. Если уж мне... Ай, блин, твою мать! Козлина! Фу! Если уж здесь так много открытого пространства, значит, от кого-то здесь скрываться придется. По-любому. Хоть одну батарейку или... документик какой-нибудь. Резко! И никого, да? Ну эти, походу, добрые все. Ого. Не доверяем. Говорят, это наука. Все не так. Они ждали нас. Прямо здесь, Билли понял. Они всегда были тут. Он прям весь перепрошитый. Жутко. Так. Наверное, я еще не все осмотрел. Ты ведь не кинешься на меня? Ты совсем больной, что ли? Прекращай, чувак! Она тебя не любила никогда! Да ладно, я шучу. Смотри, его совсем хреново. Ладно. Фух, я готов. Резко! Ты как тут, чувак? Жив еще? Да, он еще жив, дергается. От кого они все шугаются, интересно? Опа. Проход. А. Ну да, я как бы даже не задумывался, что здесь идти больше некуда. Так, я, наверное, всех осмотрел. А ты куда спрятался, урод? Не спать. Место, покой. Оставьте меня в покое. Все, я в домике. Тихо. Кто здесь? Эй, дверь закрой. Не хочет. Твою мать. Мне страшно лезть в такие места. Ну, тихо. Надеюсь, тут никого. Так, коробка. И путь только наверх. Раз, два, три. Твою мать. Ай, блин, все-таки был. Падла, я же... Фух, я же сконцентрировался. Твою ж мать, какого хрена тебе надо? Тебя никто сюда не звал, долбанный извращенец. Че, нравится пялиться, придурок? А что ты тут делал? А? Блин, это завязано аж. Интересно, с каких пор тут беспредел творится? Ты что с ним делал, а? Придурок. Охренеть. Совсем конченые. Так. Там кровь, шаги идут туда. Что? Эй, эй, ты? О, я. Что? Что ты хотел? Твою мать. Ну и хрен с тобой. Фух, что-то мне под... Так, а я видел его с той стороны ограды. Уж не иду ли я туда, где стояли эти два придурка, которые хотят меня... Схавать, действительно. Твою мать. Чтобы взорваться, чтобы взобраться на выступ, двигайтесь в его направлении. Твою мать. Ребят, надеюсь, вы уже ушли. Капец. Блин. Твою мать. Ты, а, не дождался, пока я кончу. Я для тебя оставил, только подходи. Что ты имел в виду, придурок? А он не за мной побежал? О, походу, надо валить. Блин, да они сюда ж пошли. Так, ладно. О, он вообще завязанный. Аж за глазами. God always provides a way. Follow the blood. Воу. Что за техническое приспособление? Слишком круто для клиники, которую открыли в 71 году. Следуй за кровью, написано здесь. Так, кровь идет сюда. Да ладно, чё, она идет туда. Ну, логично же. Что это? Эй, эй, вы меня тут не отравите?
Или это средство очистки? Что-то я реально очкую за ними идти. Серьезно. О, батареечка, батареечка. Иди сюда. Никогда не был рад так батарейкам, как в этой игре. Так. Блок А. Сейчас по-любому кто-нибудь выпрыгнет. Там шепчет. Или здесь. Так, мне туда, походу, да? Стрелки указывают наверх. Не больно-то и хочется. Меняем батарейку. Включаем визор. Вниз по стоку, говорит за кровью. Нет пути, кроме как вниз. Вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз. Вниз по стоку. Down. The drain. Вниз по стоку. Ну, я-то понял, что мне надо вниз. Но этот придурок на меня не прыгнет. О, документ. Как я давно не читал документов. Вдруг ты меня не укусишь? Ладно, да я почитаю спокойно, а потом поговорим. О, заметки. Говорящий с мертвецами. Наверное, это тот, который сейчас видел. К черту это место. Серьезно, к черту. Смерть уже далеко не возглавляет список всего плохого, что здесь может со мной случиться. В этом ты прав, репортер. Документы. Отец Мартин, художник, рисующим пальцем. От Вольфрэм, Мурков, Корп, кому? Грант, Мурков. Видимо, от одного к другому ученому. Ну или врача, не знаю. Тема – художественная программа для пациентов. Пациент – отец Мартин Арчимбот Хелен. Ага, значит, он все-таки пациент. Доктор Цайхнер дал мне вашу контактную информацию в связи с отменой художественной программы. Мой пациент Мартин Арчимбот показывал существенные успехи в ходе терапии благодаря рисованию пальцами. Всего через неделю после отмены художественной программы его шизоаффективные утверждения о голосах высших сил серьезно усилились. Пожалуйста, разрешите человеку рисовать пальцем. Несколько долларов, сэкономленных на красках, тут же расходуются на дорогостоящий клозапин. Я не вижу в происходящем никакой логики, если только настоящей целью мерков не является полный отрыв пациентов от реальности. Пожалуйста, держите меня в курсе, доктор Нил Вольфрам. Интересно. У нас уже как минимум три истории о пациентах. Крис Уокер, я так понял, это тот амбал. Уильям Хоуп, какой-то неизвестный парень 19 лет. И отец Мартин, который художник. А еще есть два придурка каких-то. С писюнами наружу. Оп. Так, кровь указывает сюда. Но здесь закрыто. Если закрывать за собой двери, это задержит ваших преследователей. Ты хочешь сказать, что за мной сейчас кто-то погонится? О, кровь идет туда. Там написано Exit. А еще есть загадочная дверь. Куда зайти? Туда пойти или сюда? Фух. Ладно, погнали. О, там кто-то есть. Так, здесь вроде безопасно. Пока что. Здесь есть что-нибудь? Тихо там. Без дергания. И это были не эксперименты, а ритуалы, темная магия. О чем ты? Расскажи подробнее. Так, я смогу залезть в такой шкафчик? По-моему, нет. Но здесь шкафчик есть. Твою мать, опять бегать от кого-то. Я не готов к такому. Я хочу просто пройти вперед. Я так полагаю, выйти отсюда. Тихо. Тихо. Заткнись и дай мне подумать. Тихо, тихо. Тихо. Что ты? Ты что творишь? Такое чувство, что он кого-то там убивает. По-моему, он смотрит вообще в эту сторону. Надеюсь, он не заметит меня. Фу. Не хватило того раза. У генераторной. Веди себя тише. Ох. Уф. Уф. Привет. Эй! Меня зовут Дэнни. Подписывайся на мой канал.
И ставь лайки, собака. Я шучу, мои подписчики. С вами я так общаться не буду. Да он не видит меня. Или видит? Я как ниндзя ухожу в темноту. Он даже не понял, что я прошел. Так, а теперь надо куда-то зачем-то проникнуть, я так полагаю. О, Сесурити. Кажется, мне туда. Я в поле его зрения? Да, нахрен. Сначала туда пройдусь. Посмотрю, что есть там. Кто там? Там кто-то шевелится. Погнали. Блин! Прям в лоб! Да беги ты, придурок! Беги, просто беги! Охренеть, как он медленно на геймпаде поворачивается. Прыг. Все, меня тут нет. Я вот сюда забегу. Потому что здесь можно осматриваться. А в шкафчике ни хера не видно. Твою мать, вот он. Охренел. Просто взял и... Блин, вроде это так предсказуемо, но... Блин, это жутко. Капец как. Братан, не пали меня, ладно? Ты во всем прав. Тут какие-то конченые люди. Ну что, так быстро туда ушел? Хотите сказать? А вот еще шкафчики. Это на случай, если... Он пойдет в мою сторону, можно будет сюда запрыгнуть. Так, этот пазл за мной постоянно следит. Он сюда идет, походу. Да ведь? Наверное, мне показалось. Тихо. Я его не вижу. Привет, привет. Ой, блин. Я такой подхожу к углу, и его рожа вываливается из-за угла. Тихо. Да и так на цирвах ползаю. Блин, а он даст подойти туда вообще? И сюда, походу, вообще нельзя зайти. Либо в ту комнату, либо в комнату с тем психом. Я его не слышу. Где он? Я его тупо не слышу. А его здесь нет. А где он? Я не понял. Серьезно, а куда он делся? Ну и ладно, не страшно даже. Если его тут нет, значит и нету страха. Ладно, шучу. Следуй за кровью. Follow the blood. Если он резко окажется сзади, я обосрусь. Нет, не было. Мне налево. Так, он сюда не придет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Эти звуки такие. Что-то мне подсказывает, что он сюда идет. Да. Шаги. А ты падла. Я тебя прокусил. Выкусил. И закусил. Ты мою только не трогай, ладно? Ты мимо проходи. Блин, может дернуть нахрен отсюда просто. Нет, я буду действовать тихо. Мне хочется еще зайти туда. Где тут псих с палкой? Мне кажется, там что-то важное может быть. Так, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Что он делает? Походу он выломал... Да, он выломал дверь охраны.
куда он пошел? Ладно, действуем. Главное не столкнуться. Все-таки столкнулись. Аккурат. Здесь убил. Здесь? Куда спрятаться здесь? Я не знаю. Здесь ничего не видно. Я понял, можно аккуратно заныкаться куда-нибудь. И дождаться, пока он уйдет. Я знал, что здесь что-то есть. Сейчас посмотрим. Наверное, я похож на коробку. И меня не видно. Улыбнитесь. Вас снимает скрытая камера. Ха-ха-ха. Блин, да чего ты стрёмный, а? Тебе бы к дерматологу сходить, друг. У тебя что-то с лицом. Так, надо осмотреться. Наверняка здесь что-то скрытое есть. Батарейка, например. И документ какой-нибудь важный. Не, ни хрена. Кроме батарейки здесь, походу, ничего нету. Может быть, в следующей комнате есть. Блин, мне жутко разговаривать, я боюсь привлечь его внимание. Не, здесь тоже ничего нет. Попробуем пройти сюда. Блин, да он вообще с корнями выломал эту дверь. Ой, здесь батарейка. И ни одного важного документа. Ох, ладно, ребята, мне походу туда, откуда я пришел. Только как мне мимо него пройти? Уже меня схавает. Что нарисовано на этих картинах? По-моему, это холл. О, крест под картиной, офигеть. Причем холл нарисован уже с опрокинутой коляской. Наверное, он там. Надеюсь, он там. Короче, стартую. Да, да, да. Я успел. Ха-ха, выкуси, урод. А там меня ждут еще более серьезные испытания. Да? Ох. Как же это стрёмно. Мы дали ему шанс. Ага. Вы были более чем справедливы. Образчики терпения. Усмирили все свои желания. Но теперь, прямо сейчас, теперь-то мы себя побалуем. Да. Его язык и печень. Твои. Мои. Нифига они дергаются, смешно. Капец. Чувствую, чтобы проскочить провал и повиснуть, нажмите А, двигаясь в направлении выступа. Два эксбициониста, или как их там называют. Экзибито-специалисты. Фух. Так, это... А, ну я смотрел сюда, я видел это место. Я вот оттуда вышел. Ладно, попробуем. Блин, не знаю, что меня ждет. Там ничего интересного нет. Вы можете двигаться в бок с помощью стрелок влево или вправо. Твою мать, они сейчас меня вытащат отсюда. О-о-о-о-о. Бегом, бегом, бегом. Аккуратно. Что за бред? Мне придется идти туда, где они? Да в натуре бред. Капец, ребята. Нафига ты сильный? На одной руке висишь. Жесть. Ладно. Нет никого. Я знаю. Кунг-фу. Панду. Капец. Так. Ой, сейчас выпрыгнет кто-нибудь. Нет? Документ. Так, пошли в самый дальний угол. Найдем батарейку, прочитаем документ и свалим. Я же знал, что тут есть батарейка. Фух, это было жутко. Памятка по обслуживанию очистительного входа. Корпорация Мерков, обслуживание очистительного входа. Памятка.
Надлежащее обслуживание очистительного входа чрезвычайно важно для безопасности проекта Валиридер. Обратитесь к руководству по обслуживанию корпорации Мирков MMPSMM-180-28-6 или получите указание от старшего сотрудника с необходимым уровнем допуска к секретной информации. Что это значит? Ладно. Блин, такое ощущение, что эти два голыша ведут меня куда-то. Но зачем? Следую за кровью. Или просто пройти сюда, в темноту. Блин, мне кажется, надо следовать совету. Не знаю зачем. Эта дверь открывается картой доступа. Ну, конечно. Как же по-другому? Опять в темноту. Ладно. Я не готов, но пошли. Чувствую, сейчас буду орать. Не смотри. Закрой глаза. Можно сделать... Охренеть. Это же этот. Амбалище. Он просто взял ему башку оторвал. Жесть. Ой, жесть. Куда меня ведут, я не понимаю. Так, чувак, дай мне свою карту доступа к душевой. Что? Я не хочу в душевую. Куда? Я не успел прочитать, урод. Твою мать. Блин, ребята, я складываю в своей голове этот бред. Меня тянут в душевую. Там два голых мужика и амбал. Ух, и жопа меня ждет, чувствую. Ладно, надо прочитать быстро заметку, которую я оставил. Полная безопасность. Не могу отделаться от Криса Уокера, уродливого верзилы, что любит отрывать людям головы. Слышу, как он бормочет о протоколах безопасности, политике сдерживания. Что если проблема не в нем? Что если он как раз пытается ее решить? Интересно. Ох, я не готов. Я не готов, но надо это делать. Открываем резко. Темнота. Темнота. Кругом темнота. Твою мать. Зачем так делать? Зачем? Новая цель. Выбирайтесь через душевую. Это что, душевая? А, вон туда вниз надо. Все. Ой, блин, гром, не могу. Мне страшно, когда гром гремит. Фу. Кто? Кто? В смысле? В смысле, блин? Я... В смысле? Они оба с двух сторон были. Капец. Вот, вот меня... Фу. Пошли в жопу, придурки голые. Можно я просто свалю отсюда? Блин, я буду здесь висеть. О, вот сейчас как выпрыгнет оттуда. Раз, два, три. Не хуже, если след простыл. Конечно. Их уже нету. Где они, блин? Капец. Капец, ребята, я не хочу с ними связываться. Куда идти? Я не знаю. Через душевую открыть. Фух, свет. Быстрее закрываем, нахрен. Закрывай за собой дверь, блин. Капец, я не знаю. Мне в натуре уже жутко, ребята, жутко. Я, конечно, привык немножко к атмосфере, но это... Это ж капец. Кровь. Она ведет сюда. Это ж вообще капец, как жутко. Какого хрена меня тянет в темноту, а? Скажите мне. Излишнее любопытство. Ох, жуть. В темноту это всматриваться. Что это? Просто стул? Электрический стул? Ноги. Фух, тут кого-то замордовали прям по-страшному. Закрой нахрен. О, документ. Ладно, подожди. Здесь ничего. Блин, я думал, он пошевелился. По
казалось. Фух, ладно, быстро прочитаю документы и пойду туда, куда меня ведут. Документы. Свидетельство о смерти доктора Вернике. Обратите внимание на прилагающуюся копию свидетельства о смерти Рудольфа Г. Вернике, субподрядчика психиатрических исследований Мерков. Наследников нет. Штат Колорадо. Держите против света, чтобы увидеть водяные знаки. Дело номер 8732. Местоположение Колорадо. Населенный пункт, заповедник Маунт Мессив, полное имя Рудольф Густав Вернике. Продолжительность пребывания в населенном пункте, где произошла смерть, 0 лет, 7 месяцев и все. Продолжительность пребывания в США для родившихся за рубежом 55 лет. Пол М. Цвет кожи, раса белый. Семейное положение холост. Дата рождения 18 год. Ни хрена себе он старенький. Место рождения Германия. Дата смерти 2009 год. Капец, он 90 с лишним лет прожил. Настоящим подтверждаю, что я лечил больного с 2003 по 2009. Видел его живым 27.02.2009, а смерть наступила в 4 часа 11 минут того же числа. Основными сопутствующими причинами смерти являются следующие. Сердечная недостаточность, связанная с возрастом больного. Настоящим подтверждается, что данная копия официальной записи верна и является точной. Значит, доктор все-таки жив. Не знаю, какую роль он во всем этом играет, но... он жив. Вернее, блин, доктор все-таки умер. Че жив-то, я уже заговариваюсь, реально. Так, здесь дверь. Фух, надо готовиться к последнему испугу для этой серии и выключать нахрен. У меня уже поджилки трясутся. Так, здесь можно все пооткрывать. Это я топал. Да, сюда зайти никак. О, мать твою. Твою мать. Твою мать. Сам себя в западню загнал. О, ребята, я боюсь. Я не знаю, что, чего ожидать еще от этой игры. Ну, капец, я не хочу нажимать на эту кнопку, реально. О, ладно, раз, два, три, поехали. Мать. Тихо. О, это же... Ну, пока ничего плохого не происходит. Кроме как того, что я, походу, заперт. Да, в натуре я заперт, твою мать, беги! Он сейчас меня схватит. Привет! Жесть! Жесть, 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 жесть! Капец! Куда? Все, схапал! Схапал, урод! Схапал, уродище! Фу! Вырвал мне почку! Капец! А куда от него бежать-то, я не понял. Так, здесь закрыто. Здесь закрыто в натуре. Подожди. Что делать? Куда от тебя убегать-то? Твою мать. Слышь, дядька. Нихера ты шустрый. Нихера ты шустрый. Шустрый, капец. Капец ты шустрый. Ну все-таки сюда, может. Нет. Блин, вот урод. А куда от тебя убегать-то? Ну-ка, не дерись. Не дерись, сказал. Я не знаю, куда бежать, ребята, честно. Здесь некуда бежать больше. А куда? Капец. А, все, понял. Дергай, 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 дергай. Фу. Выкусил. Выкусил. Гадина. Капец, я думал, я в западне. Жесть. Это было жутко. Да вы шутите, я туда не хочу спускаться. Ничего не остается, кроме как... Твою мать! Дергаем отсюда! Куда? Опять! Да ты... Отстань от меня, урод! Отстань просто от меня, урод! Огонь! Блин, туда... Блин! Жив! Охренеть! Ты живой? Чувак, серьезно ты? Я думал, все. Вот это мерзость. Камеру держи. Капец. О, там бошки чьи-то. Я думал, это еще один сюжетный поворот, когда я не могу ничего сделать. Охренеть. Ты просто выпал с самого
самого крайнего этажа. Жесть. А я же здесь опять. Я же здесь был. О, жесть. Ладно, ребята, на этом, думаю, все, хватит уже на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и поддерживать меня лайком. А то это жутко, реально жутко. Короче, всем пока и до скорого.